Писатель Аркадий Аверченко. Рассказ «Чехи». Нет на свете человека деликатнее и воспитаннее чеха. Он ласков, он заботлив, он внимателен, невозмутим, всегда в прекрасном расположении духа. Исключительно любит нас, русских. Я никогда не видел, чтобы чех в обществе вышел из себя. А для меня нет ничего приятнее, как взвалить на свои плечи самую трудную задачу в мире. Поэтому я решил вывести чеха из себя. Трое чехов и я, мы сидели в углу ресторана и дружелюбно попивали пиво. Я подстерег паузу, обвел компанию хитрыми глазами и неожиданно сказал: «Мне ваше правительство не нравится». Будь я на месте чеха, я бы съязвил: «Зато у вас, у русских, хорошее правительство». Вместо этого чех кротко возразил: «Видите ли, у нас правительство еще молодое, в будущем оно сделается старше, опытнее и, вероятно, не будет делать тех ошибок, которые вы имеете в виду». «И Прага мне ваша не нравится», — сказал я, втайне приготовив руку для защиты на случай удара по голове со стороны соседа. «А мне кажется, город красивый», — деликатно возразил мой сосед. «Что толку, что красивый? Трубачист. Если трубачист, покрытый сажей, будет Аполлоном Бельвердерским, все равно сквозь слой сажи красоты не видно». «Прага — старый город». «И напрасно, надо бы помоложе. И потом, господа, как вам не стыдно? Как можно на спящего человека наваливать 5 пудов? «Кто на вас навалил 5 пудов?» — испугался мой сосед с другой стороны. «Помилуйте, а перина, которыми вы накрываетесь? Внизу перина, сверху перина. Получается огромный пирог, в котором тоненькая прослойка фарша. Полураздавленный плоский человек. Мне всегда снится, что на меня обрушился глетчер и засыпал меня 1 000 000 пудов снегу. Это не постель, а обвал в горах. Утром горничная долго должна искать маленькое сморщенное задохшееся существо, чтобы с помощью массажа искусственного дыхания пробудить его к жизни». «Зимой под периной теплее», — робко возразил чех. «Впрочем, действительно, с непривычки может быть неприятно». «Неприятно? Это даже не эстетично. Вообразите молодую, хорошо сложенную женщину под этой горой. Каковы получатся у нее контуры, а? А как у вас подают водку в ресторане? Вы видели хоть одного кельнера, который, несмотря на все ваши мольбы, подал бы вам водку перед обедом? Он всегда норовит притащить водку к сладкому. Это разве порядок?» «Это, вероятно, потому что наш национальный напиток – пиво». Я кричал, жестикулировал, выдумывал самые тяжелые вещи. Чехи были неизменно вежливы, кротки и безмятежны. Я головой бился об эту каменную стену деликатности. Я охрип и, наконец, не найдя больше других недостатков, ворчливо сказал: «И потом, мне совершенно не нравятся ваши…» Я боюсь даже написать произнесенное мною слово, потому что едва это слово прозвучало, с моими компаньонами произошла разительная, волшебная перемена. Лица их налились кровью, глаза засверкали негодованием, и мужественные кулаки, как молоты, застучали по безвинному столу. «Вы у нас в Чехии гость!» – загремели голоса. «И поэтому невежливо говорить в Чехии такие вещи. Если вам не нравится, уезжайте к себе в Россию». «Господи, за что они так на меня напали? Ведь я только сказал, что мне не нравится такая простая вещь, как…» «Нет, страшно. Лучше я напишу это слово
завтра. Писатель Аркадий Аверченко. Рассказ «Кнедлики». «Кнедлики» – вот то слово, которое привело в возмущение и ярость моих друзей чехов. «Позвольте, господа», – оправдывался я, – «ну что в них хорошего? Что такое кнедлики? Это вареный, тяжелый, как свинец, хлеб, который кирпичом ложится в желудке. Ведь если я буду есть кнедлики каждый день, у меня в желудке будет кирпичный дом». «У вас не в желудке кирпич», – кричал мой сосед по столу, – «а в сердце у вас кирпич». «Да ели ли вы когда-нибудь настоящие кнедлики?» А другой чех, самый деликатный, сказал: «Я и забыл, что мне нужно домой». «Позвольте», – забеспокоился я, – «вы же говорили, что у вас свободный вечер». «Да, но я не думал, что он так печально кончится». «Пойду и я», – встал другой. «И я». Я остался в грустном одиночестве. «Ничего не поделаешь, придется обедать одному». «Кёльнер, давайте обед». «На первое мне дали суп с кнедликом». «На второе – вепшево печенье с кнедликом». «На десерт – кнедлик с яблоком внутри». Смотрел я на эти три невинные штучки, лежащие передо мной нетронутыми, и думал: неужели такой пустяк может привести к международным осложнениям и к разрыву дипломатических сношений. Забыл сказать, потребованную мною к предобеденной закуске водку кёльнер подал вместе с кофе. Побрел я грустно домой, разделся и подполз под перину. Может быть, здесь людская ненависть не отыщет меня.